А? Что? Блин, сегодня же 1 сентября, идти в школу надо. Ну ладно, тогда пойду собираться. О, здорово, пацаны. Ну чё, как дела? Нормально, ладно, пойдем в класс, а то опять училка бомбить будет. Итак, детишки, всех с новым учебным годом. Надеюсь, вы будете умными, а не тупыми, как в прошлый раз. Итак, так как вы не принесли мне букеты на 1 сентября, то я устрою вам контрольную. Ну а пока быстро скажите мне спасибо за то, что я вам контрольную устроила. Спасибо! Капец, тут все выросли, один я маленький. Эй, дай конфетку. Не, иди нафиг. Ты чё, офигел? Я тебе стрелку забиваю сегодня после школы. Черкашкин, я смотрю, ты знаешь ответ на вопрос. Выйди к доске. Хорошо, Мария Бебровна, сейчас я все сделаю. Так, чё тут у нас? 2 плюс 2. 2 плюс 2 будет 7. Нет, ты неправильно ответил. 2 плюс 2 будет 5, поэтому я тебе ставлю 2. Ну блин. Ник, выйди к доске и реши пример. Хорошо, Мария Бебровна, сейчас я все сделаю. 2 плюс 2 будет 8. Вот и нет, 2 плюс 2 будет 5. Вы все тупые и ничего не понимаете в математике. Я ставлю тебе 2. Капец. Итак, вы все тупые будете у меня на второй год оставаться. Я вам по двойке всем поставлю. Ты чё, офигела, училка? А ну быстро поставь мне 5! А ну быстро ставь мне 5, а иначе я тебе ра-та-та-та-та, ра-та-та-та-та-та-та! Ну всё, тебе хана!